Perfect Nutrition. Будьте ласковы, представьтесь. Александр Слободенюк. Какую страну представляешь? Украина. Украина. А зачем ты сюда приехал на Арнольд Классик? Какая цель? Тренер. То есть ты тренер? Да. Будучи уже чемпионом мира, и не просто чемпионом мира, а ты как выступаешь сейчас в роли тренера, правильно? Да, и туриста. Ну, турист это второй момент, уже побочный, наверное, все-таки, да? Да. А кого ты привез? Катерину Грим. Так. Бодифитнес. Ростовая какая у нее? Самая маленькая. То есть до 150, там, сколько сейчас? 57, там, или сейчас у них же 6 категорий или сколько? Угу. То есть вот сейчас будем, да, узнавать, какая. Узнавать, самая маленькая или, может быть, чуть-чуть повыше, да? Да, или чуть повыше. Ну, и как ты считаешь, перспектива какая у нее? Надеюсь, что в финале она будет. Надеюсь. То есть ты пока речь идет только, ты пошаговый, да, ты рассуждаешь? Да, да. Для начала финал. Да, ну, раньше-то я не смотрел бодифитнес толком. Такие, я же не ездил на Европу и на мир. Угу. А пришлось все по фото смотреть. То есть это у тебя первый, получается, опыт? Или что, вообще вживую, бодифитнес, спортсменка? Да, да. И ты, ну, не, тренер? Ну, было Украина и Европа. Нет, я... Украина и... И Европа. Чемпионат Украины и чемпионат Европы. То есть все-таки ты выступал? Она. Она выступала? Да. А, ну, ты-то участие, так сказать, принимал как зритель или просто как бы со стороны это все видел? Или со что? Стороны, да. Со стороны, то есть ты непосредственно в процессе наблюдения на месте не был? Я не беру чемпионат Украины, я беру про Европу, да? Нет, конечно, да. Все только по фото и видео. А почему вдруг ты решил выбрать, что нужно ехать именно на Арнольд Классик? Вы оба выбрали или что? С чего вдруг такое решение? Ну что для тебя вообще означает Арнольд Классик? Вот лично для тебя. Потому что ты сколько раз на нем выступал сам-то, я не знаю, там 3-4 раза? Два. Два всего, да? Да. Ну и оба раза как бы были пятые места, по-моему, да, у тебя? Нет, второй, третий. А, второй, третий, да? То есть первого не было на Арнольде? Да. А как бы можно предполагать, что все-таки, ну, не просто так ты ее привез именно на Арнольде? Конечно, да. Да. Ну, обязан... То есть ты считаешь престижность или что этого мероприятия? Престижность, да. И в Украине есть престижность по этому мероприятию тоже? То есть в среде какой-то определенный? Ну, конечно, не так, как в Штатах. Поэтому в Штаты и приехали. А, то есть здесь еще и именно того, что это проводится именно Арнольд Шварценеггер, проводит именно в Штатах. Это, да, потому что мы не поехали на европейский Арнольд. То есть даже не рассматривали, да? Как бы я сам туда даже не ездил. То есть ты оба раза участвовал, но именно как на американской земле, на американской территории. Да. И, соответственно, по своему пути и свою ученицу решил отправить, так? Да. Хорошо. А вот смотри, что важнее, по-твоему, на этом мероприятии, на сегодняшний день? Соревнования или все-таки экспо? Для меня всегда соревнования. Это понятно. А если все-таки подняться над собой, над соревнующимся, выступающимся чемпионом мира, спортсменом, одновременно тренером, и все-таки взглянуть со стороны птичьего полета на это мероприятие. Вот мне интересно, первый раз я посмотрю, как не участник, а как зритель. Я ни на одном не был в турнире, как зритель. Понятно. То есть ты сейчас хочешь, в том числе, наверное, попытаться оценить и вот этот аргумент. Да, да? Ты же знаешь, когда на диете, там глаза в пелене. Никому ничего не надо. Я вообще ничего не видел, да. Так. Тут я могу посмотреть, как все вокруг, как оно со стороны. Понятно. Трезвыми глазами. То есть и глазами. Трезвыми, сытыми, да, да. Глазами, не замороченными, да? Скажи, пожалуйста, вот Ladies Cup у вас есть планы? Будем проходить отбор. А, то есть вы, как законопослушные, да, граждане, законопослушные, да. У вас там предстоит на Украине уже как бы отдельное мероприятие, связанное с отбором. Угу. Ну, как бы и ты. Все-таки в планах все-таки есть это мероприятие. То, ну, есть, если есть, сезон, да, выступаете, то, наверное, будет нужно гнать его до конца, да? Есть, да, да. И посмотрим, как здесь пройдет выступление. Понятно. Вот. А как ты считаешь, вот... Я не знаю, то есть ты сталкивался с тем, что раньше был черный купальник и цветной купальник? Угу. Вот то, что сейчас оставили только цветное, это скорее хорошо или скорее плохо? Да хорошо это. Ну и тем, кто смотрит, тоже веселее, правильно ведь? Конечно. То есть этот момент мы с собой так вот на положительной мажорной ноте, так сказать, это заканчиваем. Понятно. А вот такой немножко вопрос в сторону. Как ты относишься вообще к спортивному питанию, сам лично?
Я беру конкретно спортивное питание. Ем. Что конкретно? Перечислить? Ну, постарайся, можешь сказать. БЦА, глютамин. Так, это... Иногда какой-нибудь предтреник. То есть ты все-таки пользуешь предтреники, да? Пользуюсь иногда. Бывает, да? Да, ну как бы я на них не помешан. То есть систематически. Если мне попадает в руки какой-то, да, я его ем. Если нет, то я его не ем. Понятно. А как ты к белково-углеводным смесям относишься? Да, хорошо. А что ты, так сказать, предпочитаешь? Какой выбор у тебя? Ну, сейчас я набираю. Я сижу в основном на гейнерах. А какой фирмы и почему такой выбор? Сейчас вот Нутроболикс. Черная красивая банка? Да, да. Ну, черный большой мешок. Да, скажем так, да. Да, до этого даже не вспомню. Это был зеленый мешок, а фирма... Ну, ты не заморачиваешься. Ну, да, да, я не заморачиваюсь. Я смотрю на состав. Тебе, если нужно набирать... Да, то... я ем больше углеводов. Хорошо, а, то есть, чтобы ты посмотришь, что есть белок, есть правильные углеводы, скажем, да, а не сахар, и поэтому ты какое-то предпочтение, соответственно, отдаешь. Да. Понятно. То есть ты как бы относишься к тем, кто все-таки считает, что спортивное питание в рационе должно быть. Да, конечно. Потому что я столько калорий, сколько мне надо для набора, я не съем. Абсолютно, с нормальной едой не получится, правильно? У меня не получается, точно. Да не то, что у тебя не получается. Ну, значит, у всех, если читать калораж, там, 5000 килокалорий и выше, то реально едой обыкновенной ты столько не сожрешь. Да. Поэтому как бы мы вынуждены это дело использовать. Но я скажу, что это нужда такая положительная. Вот лично я могу сказать так, что если хороший продукт, то он помогает, ведь правильно? Конечно. А спортсменка твоя что-то использовала из спортивного питания? Также все, и глютамин, и БЦА, и изолят, и сыворотку. Ну, в общем, и комплексные протеины. То есть ты как бы и сам, и, так сказать, подопечным своим, да, по своему пути, проверенного посылаешь и считаешь, что это на порядке вещей, да? Да, конечно. Посмотри на выставку, что здесь больше всего? Больше всего предтреников на этой выставке. Да. Потому что толкать и толкать. Новый какой-то добавили состав, все новый какой-то там. Новая ли формула? А я скажу, для меня лучший предтреник – это таблетка кофеина, которая всегда работает у меня. Отличный ответ. Ну все, в принципе, Сань, спасибо тебе большое, так сказать, это самое. То есть поздравь нас с открытием портала islabs.ru. Вот, теперь мы только и на русском языке будем выходить. И, отлично. Соответственно, будет... и, соответственно, Украина у нас там тоже будет представлена. То есть не надо будет. Все, что будет у словаков, все, что будет касаться нас, то будет и... на соответствующем домене размещено. Спасибо большое. Желаю удачи нашей команде.